Магия. Засовываем бутылку ровные волосы, а вынимаем накрученные. Итак, видео «Локоны из бутылки» начинается. Всем привет! Вы на канале Лазница, меня зовут Вика. Если вы случайно попали на мой канал, то не забудьте подписаться. Захожу я на днях в Инстаграм и вижу вот эти вот видео. У меня был шок. Мне нужно было сразу это попробовать. Я побежала мыть голову и сразу села снимать для вас видео. Так что мы сейчас вместе с вами будем проводить эксперимент, получится или нет. И перед тем, как начать, поставьте видео на паузу и напишите, получится или нет. Потом в конце видео будет интересно почитать, насколько вы угадали. Да-да, ставьте сейчас на паузу. Написали? Отлично. Итак, эксперимент начинается. Я высушила голову полностью. И что нам понадобится? Нам понадобятся волосы, бутылка с отверстием. Я чуть позже вам покажу, как я ее сделала. И фен. Фен нужен вот с вот таким вот соплом. Итак, нам понадобится обычная бутылка, которая у вас есть дома. Вы просто отрезаете горлышко, прикладываете сопло от вашего фена и вырезаете такое отверстие по форме сопла. Вот и все, инструмент для локонов готов. И сейчас мы будем приступать. Беру я бутылку в надежде на шикарные локоны, засовываю туда свои волосы. Завожу кончик фена в отверстие и включаю. Как вы видите, создается вот такой вот вихрь, и мои волосы начинают чудным образом крутиться. Да, я даже немного удивилась, как вы видите, есть завиток. Но в итоге, когда разбираешь его руками, он куда-то исчезает. Да, магия. Локон вроде получился, но ничего не получилось. Вика не сдается, засовывает свои волосы обратно и начинает уже экспериментировать. Мало ли, думаю, может, я не додержала, может, нужно дольше греть. И я держу дольше. Но, как вы видите, это не помогает. Мне уже даже смешно стало. Локонов нет. Что же за шутки такие? Интересно, это монтаж или просто мои волосы не хотят подчиняться? Пробую с другой стороны. Думаю, мало ли. У меня бывает такое, что одна сторона крутится, а другая нет. Кстати, мне интересно, вот когда вы делаете себе локоны, у вас бывает такое, что одна сторона быстрее раскручивается, чем другая? Просто интересно, напишите. Итак, попытки сделать что-то с другой стороны. Но ничего не получается, как вы видите. Что бы я ни делала, делаю вроде все правильно. Как вы видите, вихрь там создается, локон крутится. Я пробовала все, поэтому думаю, ладно, ему просто нужно остыть. То есть я оставляла его вот, чтобы он остыл, подкручивала его ручками. Но когда распускаешь все, ничего нет. То есть все, просто сами кончики заворачиваются куда-то. Но локонов нет. Я очень расстроилась, потому что все так лихо делают себе локоны, а у меня они не получаются. Вы думаете, я на этом остановилась? Нет. Я решила закрутить волосы и засунуть их в бутылку. Думаю, мало ли, может, оно не все волосы закручивает, а только крайние. А в центре прядь остается не накрученной. Я решила ей помочь. Но, как вы поняли, ничего не получилось. Мне кажется, что такое получится только с пористыми волосами. Такие вот гладкие, тонкие, мягкие, которые не поддаются накрутке, ничего у меня не получилось. Если вы попробуете и напишите свой отзыв, буду очень рада, потому что мне правда интересно, у кого-то получается, эти же видео кто-то снимает, и у них получаются локоны, а у меня не получилось. Я расстроена, и на этой ноте я буду с вами прощаться. Ладно, я пошутила, это не конец света. Буду делать локоны на носки. Кто еще не видел мое видео, заходите. Очень крутой способ. Жду всех в комментариях. Будет приятно с вами пообщаться. С вами была Лазница Вика. И сегодня у меня все. Всех целую и всем пока. Рекламная пауза. Кому интересно, подписывайтесь на мой инстаграм. Там я также выкладываю свои видео мини-версии. И еще иногда в историях показываю уроки по косам, по прическам. Так что заходите. Всем рада.